Помощь нуждающимся в рамках акции «Любовь милосердствует» продолжается на протяжении всего года. Собранные средства направляются в детские клиники. В этот раз помощь получила 5-я городская детская больница. По словам врача Александра Панченко, на 2 отделения реанимации и большое кардиологическое отделение функционировало только 2 кардиографа. Теперь появилась пара новых. Мы обучаем, дай Бог, чтобы сердце наших детей не болело, а дети – это наше будущее. Спасибо. Врачи говорят, новое оборудование улучшит качество и скорость диагностики заболеваний, облегчит работу медперсонала. Электрокардиограф, один из них портативный, может использоваться для детей в реанимации тяжелых детей. Второй стационарный кардиограф используется для больных ревмокардиологического отделения, опять же, детей других отделений в диагностике заболеваний сердца, функциональных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы с целью профилактики. Подарки распакованы, и уже совсем скоро новое оборудование будет следить за биением детских сердец.